1 октября по всей стране стартует осенний призыв в армию. В его преддверии в Белом доме подвели итоги весенней кампании и поставили новые задачи. Всего весной на службу отправилось 1400 человек, а явка на призывные пункты составила практически 100%. Всего вызывалось на заседание призывных комиссий 6014 человек. Прибыло на заседание призывной комиссии 6001 человек, 99,8%. Я скажу, это показатель довольно-таки высокий. По состоянию здоровья этой весной в армию не пошло 404 человека. Из-за учебы свыше 2000 ребят. Особое внимание было уделено уклонистам. 12 человек не прибыли на заседание призывной комиссии, а еще один не явился на сборный пункт. Материалы для привлечения к уголовной ответственности в отношении 13 человек были направлены в отделы Следственного комитета Российской Федерации. В отношении 4 человек были возбуждены уголовные дела. В итоге парней оштрафовали на крупную сумму до 60 тысяч рублей. Еще ряд материалов вернулись назад без вынесения решения. Все связаны с военкоматами Суздаля и Суздальского района. Главный комиссар области высказал свои претензии. Это говорит о том, что на местах недостаточно поработали, недостаточно полно оформили эти документы. Поэтому я бы хотел, чтобы в Суздальском районе сделали определенные выводы. В новый осенний призыв Владимирская область должна предоставить армии более 1800 юношей. Сделать это будет несложно, решили на заседании. Прозвучало, что 33-й регион готов к новой кампании на 100%. Максим Палагин, Састрегубов, губерния 33.